В рамках официального визита в Россию председатель Сената парламента Дарига Назарбаева встретилась с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко. Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества от экономики до культуры, в том числе и по линии парламентов двух стран. Они отметили, что многогранные отношения Казахстана и России остаются очень близкими. Дарига Назарбаева подчеркнула необходимость последовательно раскрывать потенциал приграничного сотрудничества и предложила рассмотреть вопрос о повышении статуса пунктов пропуска между Казахстаном и Россией, а также максимально упростить процедуры перехода границы. Глава Верхней Палаты также предложила ввести паритетный визовый режим. Особое внимание спикер Сената уделила вопросам использования ресурсов трансграничных рек. 80% воды формируется на российской территории, и уровень воды в казахстанской части бассейна реки Урал зависит от работы гидротехнических сооружений. То есть в данном случае речь идет не просто там о проблеме между двумя регионами, там Оренбург и Западный и Урал, Уральск, но также речь идет о нескольких регионах в Казахстане, которые задевают, затрагивают эта проблема и сказывается на уровне развития экономического этих регионов, но также и 5 губерний со стороны Российской Федерации. Важно, что наш бизнес, видя и чувствуя благоприятную политическую ситуацию, благоприятные отношения в целом между нашими странами, он сам находит ниши для сотрудничества. У нас уже были 6500 со стороны совместных предприятий. Объем накопленных российских инвестиций более 13 миллиардов, на казахстанских инвестиций в российскую экономику более 4 миллиардов.